У ребята плохой канал. Такой финальные уже доделки. Уже примерно полгода уже финальные доделки. Мотоциклы. Воткнул я фару. Большое спасибо Володе Панчуку. Прислал мне фару. Ехала она, наверное, неделю, наверное, из Курской области. Ну, воткнул ее на штатное место. Вроде как лучше, конечно, это выглядит. Вообще доволен я. Сейчас покажу. Володя Панчук прислал мне фару. Спасибо, Володя. Вот такая вот фара маленькая. Вот она где-то 12, что ли, у нее диаметр. Вот, но в нее, короче, ничего не вставишь. Вот, я тут изловчился, вывезл, значит, из этой того, что у меня было, короче, эта лампа, это самая, ну, короче, диодная. Вот, и, как сказал Володя, на проволоку прилепи, проволока, вот, вот пошел, как это не смешно, проволоки не оказалось, пришлось пойти ее купить. Ну, кстати, держится, о, нормально, блядь, вот, даже не шатается, вот. Сейчас буду ее крепить, вот, такая вот фарчика, вот, и провод от старый туда совать, вот, зато не болтается, что, прикольненько. Единственное, что, вот, реалия, она, конечно, посимпатичнее выглядит, чем на видео. Вот хоть тресни, хрен из ней, как ее снять. Вот, горит, кстати говоря, достаточно прикольно. Надо отдать должное. Вот. Ставил я туда ту лампу, которая была. Блин, ну да, конечно, свет. Ой, свет тут особо не передашь. Горит она достаточно ярко. Ставил туда ту же лампу, тот же диод, который у меня был. Вот, вошел он туда так забавно. На проволоку. Вот. На проволоку и на это самое. Что там? Ну и зажал я ее. В общем, нормально держится. Вот, ну я доволен. Фара светит. Все, в общем-то, нормально. Занимался сегодня этими поворотниками, жесть вообще, развалился эти провода, заново развел провод из фары. Электрика занимает просто астрономическое количество времени, кошмар. Вот, ну осталось, что осталось? Осталось поставить все теперь, крыло, бак, вот, все это дело на место, все залить. Вот, ну и еще по мелочи там масло там залить осталось. Вот я зад, наверное, масло залью. Еще заднее колесо поменяю. Оно мне там зад наперед стоит, след еще. Переднее я поменял, а заднее еще нет. Ну вот заднее сниму, зад поменяю. Вот, залью масло и все. И останется финальная сборка. Ну и что-то там по мелочи, понятное дело, выплывет. Засунул я эту оплетку, которую я вот закупил. Асфальт, который получилось очень даже симпатично. Я ее даже специально вытащил, чтобы ее даже было видно. Вот. Поставил пока вот так вот зажал провод. Ну, так, точнее, это самый шланг тормозной. Вот здесь пока оставил, потому что бака нет. Вот, поэтому пока непонятно, как это будет держаться все. Ну, решил я пока два оставить. Троса. В принципе, может, конечно, один. Вот, а остальная проводка, она останется. Вот, то есть останется вот это, останется вот это. Ну, как-то вот так здесь подожму, посимпатичнее. Вот, а в следующем году буду что-то там думать, чего тут делать со всеми этими проводами, хер его знает. По большому счету убирать это все дело надо. Вот, ничего другого, наверное, не предложу. Ну вот, нормально. Достаточно соразмерные. Вот эти вот пиндюльки, не могу сказать, что они прям к месту, но и одновременно более-менее гармонируют. Вот, ну, попривыкаю. Крепление, конечно, забавно. Пришлось ее приподнимать, чтобы она не уперлась вниз. Ну, как обычно. Что-нибудь поменяешь, блин, и тут же начинается какой-то геморрой. Харлей сыт маслом, ужасы харлеизма. Это, ребята, маслошланг. Вот с этой вот пробки сливается масло. А вот здесь стоит вот такой вот хомутик совершенно ебанутого вида, вот, который подослаб, поэтому здесь масло подсывалось. Вот. Видел я это достаточно давно, как мотоцикл поставил. Сейчас снял колесо. Думаю, сейчас я подожму хомутик, ищу, а он нигде не поджимается. Вот, придется сейчас его поменять. Ну, я не знаю, понятно вам или нет. Вот он, собственно, где масло вот капает.
Здесь вот стоит шланг. Вот сейчас это все дело течет вниз. Вот, не стал я бы слабак снимать. Ну и вот, собственно, у меня колесо-то снято. Вот. Поэтому можно туда подвесить. Я поменяю хомут.